Здравствуйте. Вы по-русски понимаете? По-русски не понимаете? No. Берзецинг. English. Deutsch. Yes, no. No. English. Little. No. Turkish. No. Oh, ich kann nicht Türkisch. Kann ich looking? Close, kapalı. Ich weiß, ich weiß. Internet, YouTube. Close, Mardan Palace. Close, that's a close. 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 All is close. Catastrophe. Warum? Warum? Ah, schade, ja. Looking. Bisschen. Ja? Burak. What is your name? Burak. Burak. Oh, Burak. Andrei. Andrei. I am from Germany. Germany. Viel türkische Germany. Türkisch. Ja, viel. Was machst du hier? Arbeitest, oder? Türkisch. Ich hasse das. Oh, alles zu. Auto. Kaputt. Put. Kaputt. Put. Kann ich looken? Okay. Okay? Okay. Prima. Udan. Уже ясак. Удан чекедыш. Кириш ясак. Я бы looking камера. Я. Удан. Окей. Мардан Пелис. Катастрофа. Вот так. Он тут не охранник, он просто меня пустил. Я хотел просто поснимать, что на заднем плане вы видите, что в каком это все состоянии. Тут есть люди, конечно, которые не допускают, вероятно, чтобы грабили как-то или, ну, скорее всего, вандализм. Много охотников, которые воруют все. Вот так оно все выглядит. Ну, давайте посмотрим. Похоже, был большой бассейн был, но теперь бассейна нет. Теперь все, что от него осталось. Да. Вот так. Can I go? Да. А? No. Bisschen, bisschen. Ну, окей. Говорит, нельзя, ну, посмотреть. Просто вот так посмотреть можно чуть-чуть. Он информации никакой не дает, но я его понимаю, его поставили, сказали, чтобы никто не ходил. Ну, выглядит оно вот так. И там, походу, есть подъезд, где подъезжают на машинах. Но оно быстро все разрушается, если нет хозяева, нет хозяина. Не то, что хозяина, нету рук, которые за всем этим следят. Быстро все приходит в упадок, ржавеет, ломается. Ну, посмотрите, вот просто у бассейна уже видно, что он пластик поломанный. Ну, материал, в принципе, качественный. Мрамор тут, трава вся уже не свежая, смотрите. Бутылка какая-то валяется. Но у меня нету денег ему дать. Может, ему дать чуть-чуть. Может, он меня пустит. Он тут воду продает. А кому? Что он тут делает? Не пойму. Продает? Буракжан. Буракжан. Yeah? Yes.
No. Security. Security. Two. Security. Конечно, security. Bodyguard. 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 Конечно, что bodyguard? No. 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 А, шады. Окей, их луки, а? Looking, no looking, looking. Все такое. Кто же за этим ухаживает, собственно? Интересно. Вот пожарный кран. Машина. Да, но она, видать, поломанная, так бы ее увезли. Домкрат он даже остался. Компрессор. Аккумулятор вон. Все, нельзя дальше. Нельзя дальше. Ну нельзя так нельзя, что теперь? Нельзя так нельзя, да, ну. Как-то вот так забросили отель. Плачевное зрелище. Не пускает. Нельзя. Да, ничего, потихоньку снимается. Ну ладно, не будем, как говорится, ныть. Уракджан. Босс. Кал, телефон. Йок. Looking. Yep. Two. Telephone. Give me. Mein Freund. Hotel. Okay. Hotel. Adrians Hotel. Adrians. Turkish. Ruftihan, yeah? Mein Freund. Give me dein Nummer. Dein Nummer. Dein Nummer. Dein Nummer. Mein Freund, Hotel. From Hotel, Hadrians. Ruf dich an und frag. Russia? Russia geht auch. Ты можешь дать мне твой телефон? Я приеду в отель Hadrianus и оттуда турецкий. Он тебе позвонит. Я хотел спросить, что с этим отелем? Ben birazdan gideceğim, başka arkadaşlar gelecek. Мои френды. Нохмаль. К
кому принадлежит этот отель? Тельман? Тельман Исмайлер. No, йок. No, йок. 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 How much hotel? Он не продается? Отель не продается? Сатылык. Бери алырса, сатылжак. Отель şu an сатылык. Бери алдığı zaman сатылыcak. Nicht richtig. Das ist nicht richtig. So, so. Schade. Можно взять телефон для информации, кому можно позвонить, узнать про отель. Цена. Halbank. Yes. Halbank. Internet. Gelesen. Bank. Şubesi var. Antalya'da. Antalya. Halbank. Evet. Halbank. Yes. Halbank. Ama ilk kısmı şöyle. Halk. 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 Halk.
вот как-то так. Прямо охранник меня туда не пустил. Бурак, сказал, его зовут. Бурый. Ну нет, он очень скромный, очень такой, можно сказать, интеллигентный, воспитанный, набил. Мне туда не разрешал ходить, но я пошел. Ну, он делает свою работу. Ничего личного. Потому что местные говорят, что его разграбили уже. Так ли оно, не так? Тут, ну, просто от таких товарищей, вот как я и как другие, нужно, вот видите, забор с колючей проволокой. Вот такой забор надо делать, чтобы быдло не лезло. Все люди. А тут же очень много бедных. Вы представляете, вот сейчас на пляже мы, где загораем, хозяин Рома, такой тучный мужчина, полненький, он говорит, ну он радуется, конечно, с иронией, с сарказмом говорит, у нас сейчас работают, он сирийцы, они работают, блин, чтобы не соврать, что-то около 10 лир в день, 10 лир, это он за день получает эти сопливые полтора доллара. Ребята, ну куда? Все-таки нужно человека уважать, когда ты ему кидаешь кость на пол. Ну, от безысходности. Люди потеряли все с этой войной долбанной. Работу. Какую работу? Жилье потеряли, семьи многие потеряли, детей. От безысходности. Просто жить негде. Работать негде. Ну, вероятно, они его как-то еще, может, подкармливают. То, что не доел. Извините, не знаю, но я так просто думаю. Немножко поснимать, как оно все выглядит. О, охрана ходит вокруг, смотрит. Может, не охрана, может, уборщики. Просто посмотреть, как это все выглядит вживую. Когда вживую, оно всегда интереснее, нежели ты смотришь в интернете какие-то картинки. Там в основном все с фотошопом переделано, подмазано, подслюнявлено. А девчонки там все красивые, да, и у мужиков животов нет, кубики одни. Вот оно так. Мне кажется, тут есть дыры в заборах. Но я туда не полезу, еще пальнут, прибьют. Оно мне это надо? Мне оно не надо пока. Что там делать? Просто столько, сколько тут. Хотя я не вижу, чтобы у них тут процветало воровство. Все как-то культурно. Но нет, нет. Нет, нет. Рассказывают решетки на окна. Я заметил. Это о чем-то говорит. Значит, все-таки небольшое воровство. Вот так оно. Уже сумерки немножко. Потихоньку наступают. Ветерок дует такой. Чересчур свежий. Ну, пойду посмотрю. Любопытство, блин. Хлебом, говорит, не корми, ну дай посмотреть. Что ж там за забором, ёкаламане. Вот так. Когда есть человек, он заботится, он ухаживает, он держит в надлежащем состоянии. Как человека нет, люди, значит, присматриваются, как бы что утащить. Ну, не дай бог, эта собака будет на меня сейчас гавкать. Правильно, может гавкать, скажет, моя территория. Сейчас тебя сожру, а меня не кормили тут еще. Не, я тебе ничего не буду делать, собак. Ты только меня не трогай. У меня ничего нет. Ну, наверное, воспитанный собак, не кидается на людей. Они после определенного времени, вот как только закрывается у них тут все, и собаки, у собак как будто счетчик, не счетчик, а выключатель. Бум! Все, можно нападать. Ой-ой-ой.
мощный какой-то пирс. Почему тут такие волны сумасшедшие? Ничего себе, наверное, на нашем пляже тоже, блин, море-то везде одинаковое. Ну, тут кто-то семечки нащелкал. Любят они семечки щелкать по-свинячьи на пол. Там кто-то что-то жарит, парит. Работают они что ли? Пляж работает? Еще не могу понять. Интересно как. Ничего не буду спрашивать. Это волны, а? Для кого не работает все? Я закрыт. Там замотано все на входе. Дай бог. Вот такой компот. Ладно, на сегодня не будем дальше лезть. Меньше знаешь, крепче спишь. Если кому-то интересно, можете разговаривать с банком. Он сказал же, как банк называется, Халькбанк. В Анталии тоже есть филиал. Пожалуйста, хотите купить, приходите, покупайте. Стоит недвижимость. Ну, не знаю, насколько она интересна экономически. Ее тут наверняка еще в порядок надо приводить. Но она стоит. Не дает никаких дивидендов. Интересно, как-то построили. Тут вот кусок земли был. Мог бы тоже его взять. Нет, не взял. Да, наверное, можно пройти тоже. Дорожка раз есть, можно попробовать. Поля тут вот теннисные. Не знаю, насколько хорошо будет видно, потому что потихонечку сумерки наступают. Лишь бы тут, блин, никуда не провалиться. Ха, засада и тут, наверное. Что-то все там как-то уныло, темное по краям. Не может быть грязь. Туалеты для кого-то стоят. Интересно, зачем здесь на улице туалет? Тут туалеты выброшены какие-то. Ну, может, дорожка, люди так покороче идут домой, но она натоптанная. Не то, что тут заросло бурьяном. Пожалуйста, ходите. Дышите, немножко грязно. Дорога есть. Тут наверняка где-то есть и дыра.
чем-то напоминает Россию. Дороги такие заброшены, кофты какие-то рваные. Но мы в Турции, ребят. Мы в Турции. Когда-то здесь кипела жизнь. Ой, мой год, ты меня напугал, пес. Ты чей? Собачонок такой. А? Ты чей? А, хорошая собачка. Пойдем, пошлем, пойдем. Пошли, пошли. Ком, ком, ком. Ком. Ком, 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 ком. Ком, ком, пошли, ком. Ком. Нифига ты, волкодав, ты меня напугал. Ты чей? А, собачушка, пойдем. Знаешь, я так подкрался потихоньку. Да, собачушка, где мяська? Где мяська? Собачушка. Ты тут хозяин, да? Чуть не обкакался. Вот такого. Ну он здоровый, правда, что? Кто его знает? Может, он кушать хочет. Скажет, а ты что, у тебя две ноги? Нормально живешь. Вон, что-то нашел. Голодный. Просто нужно всегда держать уши востро или ухо востро. Сколько у вас есть? Одно держите, одно, два держите. Ну, вот тот, видать, его кормит тут. Он так, в принципе, холеный. Да, пес? Ты холеный? Мама мия. Я телефон с собой не взял. Да. Вот так оно бывает. Тоже какой-то отель оригинальный. Посмотрите, вот с этой стороны, слева. Справа находится Мартен Палас. Палас, Пелес, как хотите называйте. Ничего не поменяется. Тот закрытый, этот открытый. Там люди кушают. Подождем твою маму, подождем. Подождем, говорит, мою маму. Подождем твою маму. Ну так он красивый. Ну, честно говоря, то, что я проезжал, там, конечно, красивее. Не знаю, говорили, свет отключили. Все, все горит. Вот. Везде свет горит, подсветка горит, я не знаю. Может, кто-то уже и купил. Как говорится, свято место, пусто не бывает. Горит свет, так что смотрите, развеялись ваши сплетни о том, что там нет света. Отключили за неуплату. Все работает. Ой, тут людей денежных много, кто-то глаз положил, ждет. Ждет. Так, иду на остановку, поеду назад.
как же там стоять? Фу, все равно уже сумерки, да? По ихнему времени 7 часов. Но жарко. И от того, что я двигаюсь, ну мне жарко. Я думаю, что до сих пор еще 30-ка стоит. Градусов 30. Ну, может быть, 29-28, вот так. Ну, жарко. Куда ж ты паркуешься, дорогой? Будем ждать нашего автобуса. Будем ждать. Вот смотрите, Свандор. Свандор. Ну ладно, выключаю пока. Поэкономлю батарею. Кремль у нас такой же, как в Кремле. Кирпич красный. Заново построить. Обращайтесь к туркам, все сделают. У них тут такие умельцы. Там прям видите желтое здание. Все как в Руслане, в России. Называется Венеция, по-моему, отель. Отели напичканы. Места свободного нет. Странно, почему возле нас место есть? Не занятое. Здесь все понастроили, позастроили. А у нас прекрасные пляжи. Строй не хочу. Парадокс. Знаю, если на моем если бы я был на его месте, на месте Тельмана, я бы не строил. Тем более там какая-то приточная река или канал. Ну, по-любому идут какие-то стоки туда. Как можно отель строить возле сточного канала? Ну, нелогично. По меньшей мере нелогично. Есть чистые. Его деньгами мог построить где хочешь, в любом месте выбирать. Не знаю, я не знаю, не был на его месте, не знаю. Путайте личные интересы и общественные. Я, кстати, для этого сверху и поставлю, чтобы блюдить, чтобы различать общественные интересы от личных.
Ну, растительность такая везде просто вдохновляет. Зелень. Один умный человек, ой, как он заворачивает, я думал, сейчас врежемся. Один умный человек сказал, что нет пределу, нет предела совершенству. Вот тоже, смотрите, канал течет, какая-то речка. Ну, наверняка она со сточными водами. Что вы мне не говорите, а канализация тут у них отстает. Я сам своими глазами видел в Истамбуле, когда был, просто сточная река впадает в море. Просто ужас. Ну, давайте не будем грустным. Пока все на позитиве идет. Автобусы у них приличные. Ничего не могу сказать. Приличные. Технически в хорошем состоянии. Дороги неплохие. Всегда надо все видеть и принимать с позитивной стороны. Тогда будет вам счастье. Вот посмотрите, какой отель. Кто-то же устроил с позитивом, вкладывал деньги, чтобы мы посмотрели на это чудо. Ой, как оно все красиво. Ну не чудо ли чудо? Адалия или Тилява? Адалия. А далее. Странное имя какое-то. Для нашего языка непривычное. Для нашего уха. Ну ничего. Тоже вот седьмое чудо света переливается красками. Мелас. Мелас. Ну молодец. Смотри, он мне не закрывает обзор. Чтобы я снимал автобус. Остановился подальше. Молодец, красавчик. Перехвалил. Перехвалил. Думаю, он торопится, сейчас слиняет быстро. И слинял.